Всем привет! Сегодня у нас 26 марта, и на наши сервера пришло очередное обновление. Обновление, как обычно, два. Одно косметическое, второе именно игровое, механическое, скажем так. Значит, то, что косметическое, это нам добавили новые крылья. Крылья вот выглядят они примерно вот так вот. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо и смотрибельно. Складываются, раскладываются. Также добавили шаги под этот наборчик, я так понимаю, с ловцами дух. И, соответственно, есть еще конь. Сейчас мы посмотрим коня. Конь-скорпион, прикольный довольно, кстати. Вот, вот такой вот конь. Скорпиончик такой. Ну, зачетненький скорпион, скажем так. Так, и следующее обновление, это нам улучшили музыкальное оружие, так как... И ожидали то, что нам поднимут музыкалку с появлением новой мелодии. Значит, попробуем сейчас прокачать, посмотрим, что получится. Окей. А, это типа старые музыкальные. Было модные, классические, а это будут типа старые. Баян. Давайте сейчас посмотрим, насколько мы сможем улучшить. Насколько нас хватит айтемов для того, чтобы... поднять. Может, поднимем 2-3, если получится, музыкалочки. Смотрим, что там еще будет. Айтемы есть, закупались предварительно, так как уже была богинька, то ожидали, что будет именно поднятие. Так, 50 на... Это какая была? Это была 9-я. С 9-й на 10-ю 50 камней потребовалось. Значит, с баяна у нас что? Арфа, да, если я не ошибаюсь, люр. Кстати, люр у нас же здесь где-то люр была, вот люр. А, это люд, а это люр. Я понял, давайте повышаем, посмотрим, что теперь получится. Так, это было 9, это 10, сейчас повысим на 11, и потом еще 12 останется. Посмотрим, как что оно даст нам. Может, камней не хватить вот этих вот. Хотя останется только один раз, но в принципе должно хватить. Но если что, там есть еще сундучок, можем его открыть. Посмотрим. Так. Эволюция. А, виолончель. Классическая, да? Контрабасик, что там? Вот такая. Здесь еще улучшаем. Не хватит. Вот прям чуйка есть, не хватит. Ладно, сейчас пойдем посмотрим, что мы сможем. Так, давайте, сейчас есть в инвентаре у нас сундучок один. Откроем еще сундучок. Но я не уверен, что он нас спасет очень сильно. Вот. 100 камней. Ну, прям что-то очень сильно много камней уходит, не уверен. Да, не хватит, не хватит. Значит, ну, четвертую мы не прорвем. Нужно еще хотя бы соточку камней. Не, не сотку. Нужно еще где-то 150 вот таких вот камушков для того, чтобы поднять. Ну, либо же за магические камни, но за камни мы пока не будем. В принципе, значит, 50-55, да. И посмотрим последнюю, сколько будет. Будет 60, наверное. Да, должно быть где-то 60. В сумме 165 камней нужно для прорыва новых музыкалок. Вот, пока чуть-чуть не хватило камней. Магическими камнями не буду поднимать. Там их все... А, не, ну магическими камнями хватило бы, но я поднимать не буду. В принципе, может быть, в следующем каком-то видео посмотрим. Так, вот музыкалка. Дальше смотрим по тону. Давайте посмотрим классическую. Да, нужна новая богинька. Здесь она должна на 3 быть, здесь на 7. Ноты качать не будем, пока нет новой богини, это лишние растраты. Сначала возьмем богиньку на 7, да, ее за одну акцию на 7 можно взять. Берется богинька на 7, и потом по 5 нот сразу будет прокачиваться. Кстати, что-то она здесь у нас маленькая, тут она что-то повзрослела, побольшела. Ну, как-то так. Вот такие вот новые музыкалки.
принципе, это все обновление. Обновление ожидаемо, мы предугадали его уже с вами. Ну, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.